Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Готика 3. Давайте загрузим. Где у нас? Вот он. Посмотрим. Мы же к раскопке подходили. Да, помню, к раскопке подходили. Будем смотреть сейчас, как копается. Ой, господи. Задроты по игре есть? Нету там? Который все досконально. Да знаю я. Ни шагу дальше. Спокойно, малыш, я тебе ничего не сделаю. Ты же пришел не для того, чтобы доставить нам неприятности. Или? Заткнись, если бы я хотел тебя убить, ты бы был уже мертв. Ладно. Считай, что я ничего не говорил. Вас уже надо вырезать за такие слова. Расскажи-ка мне лучше, что тут наверху происходит. Это лагерь повстанцев. Я повстанец, и я сражаюсь за короля. Ага. И как? Уже убивал орков? Я пока в сражениях не участвовал. Я уже предчувствую, как сниму шкуру с первого орка. Ага. Чем ты тут занимаешься целый день? Я слежу за тем, чтобы никто не пробрался в лагерь. У тебя это здорово получается. Это не так просто сделать, особенно когда всяких тварей полно. Ой. Но больше всего я боюсь нежити в этой пещере. Даже вы не это, хочу знать, ой, что они могут сотворить с тем, кто попадается им в лапы. О, я могу тебе кое-что об этом рассказать. Я мог бы очистить пещеру от нежити для тебя. Ты правда рискнешь войти в пещеру? Так, правда. Мне впервой. Если у тебя получится... 300 золотых, договорились. Ты еще ни одного мясного жука-то не убил. Я очень много тренировался с мечом. Пусть орки только подойдут. Да-да. Блин, мясной жука, я помню, первая готика с мясным жуком, нахрен там. Ну, хрен убьешь. Так, разговоры закончены. Мне надо... Где у нас святой кулак? Изгнание зла. Ага. А где пещера? Вот здесь? Блин. На. Так. Пещера есть. Взять все. Вот и все. Берем мечи. А, меня надо научить, да, копать? Чтоб я копать научился. А то сам-то я не умею. Так, ну все, изгнание зла сделано. Давай. Опа. Так, 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 так. Опа. Не за принципа все возьму. Та пещера раньше была кладбищем. Скелеты, обитавшие там, теперь превратились в пыль. Ты меня успокоил. Здорово. Так, ладно. Сейчас мы тогда зайдем в твою пещеру и посмотрим. В твою пещеру. Ха-ха-ха, блин. Не так вырезался, ну ладно.
Смотрим. Повстанец, повстанец, повстанец. Наконец-то ты вернулся. Я уж думал, ты больше никогда не придешь. Ясно, с удовольствием загляну туда. Тогда давай приниматься за работу. Как дела в Неморе? Что ты тут делаешь в этой пещере? На нас напали орки, когда мы пытались обезопасить храм Трелиса. Когда дело касается священных артефактов, они становятся как одержимые. Они привели с собой около 30 воинов. Нам ничего не оставалось, как спасаться бегством. Ну, понятно. Что тебе так важно в этом храме? Каждый артефакт, который откопают орки, может быть использован против нас. Раскопки храма нужно прекратить. Кто-то должен помешать оркам раскапывать в храме и возле храма. Ты хочешь сказать убить их? А как иначе? Они другого языка не понимают. Что ты знаешь о священных артефактах? Ну, рассказывай. Орки отнесли в Трелис все, что откопали в храме. Если в храме и был один из этих редких артефактов, теперь он наверняка в Трелисе. Ясно. Да ныне я не слышал, чтобы Немору разрушили. Ты должен сообщить их предводителю, что мы застряли здесь. Немора должна выслать подкрепление. Быстро! Как зовут главу Неморы? Еще раз. Ты этого не знаешь? Мне кажется, что ты даже не... Не... Проклятие! А я думал, что тебе можно доверять. Иди сюда, парень. Люди, здесь драка. Охренеть. Стой. Стою, хоть дой. Если бы это было так просто. Лучше бы ты уладил это сам. Ну давай. Послушал бы ты моего совета. Это серьезно? Давай, давай. Пойдем, пойдем. Мимо. Давай, иди сюда. Мимо. Ты у меня кровью умоешься. Стой. А, здесь драка. Да, давай. Я тебя размажу. Вот так, сейчас смотрим, кто кого. Давай же. Валите его. Отлично. Давай же. Хреначи, хреначи его. Охренеть. Так, где у нас ослабление? Да не на то он ослаб. Он сам допрыгался. Надо тех перебить. Лучше не подходи близко к храму. А что там в храме не так? Да там просто кишит нежить, мора. С этими отвратительными... Лучше не связываться. Так, ты уже побывал, ты уже побывал в храме? Можешь не... Моя группа была тогда раза в два больше. Но вдруг из-под земли... Стрелы напали на нас. Понятно. Жалкие людей, которые ты видишь. Это все, что осталось от моей... Вдруг остальные... Исчезли в храме. Покажи мне свой товар. Мне... Вот это возьму.
Ну, естественно, вот это вот. Тебе что могу дать? Зазубренный топ. Вот эти вот вообще могу продать тебе. Так, чего-то много, да? Ну так они еще и дорогие, что ли? Как дела с раз? Очень плохо. Я должен собирать здесь артефакты и другие древние реликвии. Я не знаю. Здесь снаружи взять больше нечего. Понятно, надо вниз. Кто-нибудь в храме остался в жив? Я не знаю. Понятно. В общем, надо менять опять на нежить. Где он у нас? Господи, что так жарко-то? Жрища такая. Так, вот. Так, меня что-то интересует. Связки оружия. Еще где-то должен быть. Так. Тебя, Белиар Мурра. Я чуть было не принял тебя за одного из мерзкой нежити. Я уж думал, мне придется киснуть здесь целую вечность. Темпик прекратил поиски выживших в храме. Это на него похоже. В нем больше страха, чем чести. Его понять я можно. До сих пор не понимаю, как он стал надзирателем. Ему бы лучше овец спасти, трусу. Так, ладно. Ты умеешь бегать? Ты умеешь бегать? Сейчас ты увидишь, умею. Пошли. Давай. Я тебе тут все почистил нахрен. Так, а мне тут лопату надо найти, еще посмотреть, что может это такое. Спасибо тебе за помощь, Мурра. Обращайся. Одному мне бы не хватило храбрости выйти против нежити. Прими от меня в благодарность эти напитки. Так, ладно. Ой-ой-ой-ой. Так, а вот где лопата? Вот она, лопата Бена. Все, можно теперь смотреть, что здесь у нас осталось. Так, взять все. Так, давайте-ка я свет включу себе. На. Дубина. Смотрим, что у нас тут имеется. Взять все. Ну давай. Да уберите. Так. Заканчивай с этим.
Ага, там люди наверху. Взять все и взять все. Тут еще мясной жук, блин. И вот в этом у нас, по-моему, что-то будет ценное. Золотой кубок. Нет, это не то. Огненные кубки, кстати, собирать тоже такая морока, нахрен. Ну это уж, если уж совсем задротом быть, смотреть надо, читать, смотреть. Ёб твою мать. Нету ничего хорошего, да? Хоть бы какой-нибудь потайная дверь, тут не знаю. Ладно. Давайте-ка посмотрим, что у нас со снаряжением. Щит стоит так. Так, ну ладно, я только правда не знаю. Доспехи наемника и наемника орков. Так. Защита от огня, защита от удара клинков. Понятненько. Шлем у меня один. Так, что у меня с мечом? Какой стоит? А, вот этот у меня стоит. 80. Меч Венцеля. Заточенный, благословенный. Тяжелый, так... Требуется навык, понятно. Меч правосудия, так, изношенный, благословение. Урон от клинка. Почему он у меня здесь стоит 65, а этот у меня стоит 80, 65. Даже если заточу еще его. Самый обыкновенный двуручный меч. Меч паладина. О. Так, это 90, этот 80, 10, 10, а этот еще заточенный. А, ну а заточите, посмотреть. Так, сейчас, может быть, ссориться придется. Посмотрим. Я нашел одного выжившего в храме. Белиар вознаградит тебя за это. Смерть Камека стала бы самой большой потерей. Спасибо за хорошую новость. Блин. Я, кстати, смотрите, я вот это, если переплыву, я уже буду в пустыне. Но мы не поплывем. Вон там переплыть можно, вон там. Ну, я там переплывал еще далеко-далеко раньше. Чтоб не париться. Так, давайте я повстанцев надо загасить. Вот эту кучку, которая осмелилась на меня вякнуть. Подожди, только мне сначала надо это... Сюда! Пойдем. Ну, пойдем, пойдем. Потом туда надо идти. Вон туда, к Бену. Лопату отдать. Миссию выполнил. Итак. Смотри приколюху. Так. Ну тогда покажи, что ты умеешь. На. Эй, смотри, что делаешь. На.
Люди! Здесь драка! Эй! Ты осмелился меня ударить? Да. Гаси его! Вот тебе! Да, ё-моё! На! Вот так! Давай, хрена чего! Да не-не-не-не, встань, встань! Шака! Вставай! Вот так вот. Пойдем, это вот из-за того, что он со мной грубо обращался, там этот тоже кого-то наплел нахрен. Хватит. Стоять. Как я люблю вкус победы. Даже золота нет. Так, подожди. Так. Здесь мы все взяли. Блин. Ну как кубок, где? Блин, а что там я мог взять еще? Убери оружие. Может, хватит? Ух! Да, сделай его! Еще увидишь, что я с тобой сделаю. Ладно, хрен на тебя. Все равно твои братья уже померли. Блин, почему-то кажется, что я что-то там не взял. Ты идешь за мной? Давай. Ты будешь как моя свита. Понимаю, что ты не вмешивался, но мог бы хотя бы стрельнуть в них. Хотя ты бы промазал. Лошара.
Или лошарик, как я правильно? О, ядом меня не отравлено уже. Потому что знаете, почему у меня сопротивляемость к яду? Вот так. Это очень хорошее свойство. Сопротивляемость к яду, сопротивляемость еще к чему-нибудь. Так, кто у нас? Кто, Бен? Я принес твою лопату. Ты как видит. Но там же были ужасные. Не... Чего у тебя? Храбрости. Ты еще кое-что. Что? Денежки. Иногда. Выкладывай, давай, выкладывай денежки. Падла. Так. А тебе взамен. Так, ладно. Трелис. Теперь мне надо как-то попасть в трелис. Давай. Дятел. Где ты, кабанчик? Взять все. Оп, оп. Вот такой вот я прыткий. Да. Не помню этот домик, честно скажу. Ой-ой-ой-ой. Вы кто? Нет, пожалуйста, не трогай меня. Это был не я. Подожди-ка, ты ж... говори живо. Не, ничего, я простой крестьянин. Что-то с тобой не так. Я всю свою жизнь, да, я больше нигде не был. Ну, конечно. Ты выглядишь, ты наверняка. Проблема с пещерой под моей фермой. Как идут дела у тебя на ферме? Если бы мне не надо было. Дела бы шли лучше. То есть хозяин. Орки здесь. Я орки. Без нас бы они. Наверное, с голода подохли бы. Сколько же платишь этим оркам за арену? Я. О, давай. Что с пещерами под твоей фермой? Вот уже несколько... Леденущих хрюканье. Понятно. Понятно. Я... Все, я, блин, эти... Убил их. Ты не похож на свинопаса. Да и ты не очень-то похож. Чего тебе надо? Хочешь... Ты похож на человека, имеющего приличные левые доходы. На вора. Но раз ты говоришь, ты уже бывал в крепости, в Трелисе.
Я ограблю крепость в Трелесе. Хорошо, если ты сумеешь это сделать. Только смотри, не попадись оркам. Где тут можно найти что-нибудь? Шаман Камок на раскопках в Трелесе носит один артефакт. Вроде что-то типа источника силы. Куда лучше? К западу отсюда, в Неморе. Так, шаман, значит. Так, надо посмотреть вообще, где я нахожусь. Вот я случайно тут у тебя всех перебил. Все, я понял. Стоять, связка оружия. Вот ни хрена себе, первый раз-то не увидел даже. Так, ладно. Там, кстати, тоже кого-то надо будет поубивать. Он тут с той стороны, со стороны. Черт, вот здесь кого-то надо будет захреначить. Опа. Где у нас ход? Где вход? Молодец, прибыл, смотрите-ка, дошел. Так. Ищем камень телепортации. Он где-то должен быть здесь. Ой. Их там еще больше. Все. Молись. Отлично. Что это было? Это был я. Так. Да где камень-то? Ну-ка, ну-ка. Здесь у нас что? Вот отсюда охотиться надо было. Да. Одним меньше. Так.
Одним меньше, ты-то вообще не зашел, падла. Где? Где камень? Так, минутку. О, камень. Все. Так, там угры, да, нет? Да. Давай, помогай мне. Вот так. Сейчас смотрим, кто кого загасит. Взять все. Так, еще кто-то есть там? Надеюсь, огур его загасят. На. Давай. Вот так, берем кистень огров. Вроде такие мощные, такие безмозговые. Мама, не горюй. Еще. Пойдемте смотреть. Как гасятся они там. Падает чаще. Вот немецкая светлая кончилась. Отправляйся кормить червей. Вот так. Снова ты? Торус. Неужели я не могу никуда пойти, чтобы ты не стоял у меня на дороге, а? Я вспомнил. Тебя зовут Торус. Тебя я тут меньше всего ожидал увидеть. Как ты хочешь? Стать рабом? Или я должен убить тебя прямо здесь? Я смотрю, ты опять в карауле у ворот. Да, попридержи свои шуточки, ублюдок. Я единственный человек в Миртане, который добился того, чтобы орки повиновались его приказам. Если ты в этот раз намереваешься... Я убью тебя. Ты главнокомандующий орков? Это так.
под моим руководством внешние области Трелиса. Крестьянские усадьбы в окрестностях и раскопки в восточном храме должны быть под наблюдением. Работа и так достаточно тяжелая. Я могу тебе помочь. Для меня было бы лучше, если но ты так как исчез, ты точно не сделаешь мне такого одолжения... Поработать на меня так. Трелис – это стратегически мы важная крепость. Мы находимся на пусты, многие ассасины проходят здесь. Больше нигде ты не найдешь таких опытных воинов. Как раз для тебя. Правильно. Орки позволяют тебе, человек... Это тебя впечатляет? Так, орки захватили остров Хоринис и доставили людей на... У нас был выбор – или быть рабом, или стать воином орков. Я надо было выиграл тебя во все часть, это... аренные бои в Миртане и сделал правила орков своими собственными. Как только ты научишься думать как орк, все... Понятно. Что нужно сделать на усадьбе? Усадьба на западе уже давным-давно не давала о себе знать. Я отправил туда дозор, который... Но от них я уже несколько дней не... Проверь-ка! Как идут раскопки восточного храма? Надсмотрщик Темпек постоянно требует: отправляйся в храм и передай Темпеку. Раскоп. Давно пора. Так, понятно. Держи свое. Все будет хорошо. Как встретишь подлую, я. Понятно. Эти тоже уже победил. Ты, короче, ни хрена здесь не делаешь, ни хрена не можешь. Так, а где у меня там? А, ну через все ворота выйдем. Не смотри на меня так. Ты работаешь на орков? Конечно. Что же мне, по-твоему, в пещерах прятаться, как повстанцу? Я силен и не собираюсь прятаться. Ты полез? Я был им когда-то, до тех пор, пока... Не проиграли войну. Всего лишь день прошел. И даже великие планы... Ничего не изменит. О каких великих планах? Некоторые маги... Норман считает, что они нашли возможность возвратить нам нашу магию. Кстати, нашли, да. Они ищут древние огненные кубки. Что ты еще знаешь об огненных кубках? Вообще ничего. Знаю только, где находится... Ну где? Где же? В моей сумке. Я нашел его среди хлама, оставленного... Да. Что ты собираешься... То, что ты, видимо, сделать не в состоянии. Ну ладно, держи, мне отдал. Ты воюешь против собственного народа. И нас оставил нас. Вместе с рунной магией. Понятно, и вера ушла. Это, короче, кубок ему надо вернуть. Смотри, к чему прикасаешься, чур. Я потерплю тебя в своем доме только за день. Надеюсь, мы поймем друг друга. Кто ты? Я прямой посланник Варанта. Меня зовут Хабир. Я торгую драгоценными раритетами пустыни. Если это тебе по карману, могу сделать тебя могущественным человеком. Ну а если твой кошель пуст, тем лучше. Не будешь отнимать каждый... Понятно. Покажи мне свой товар. Ну, кого такое я могу я взять? Я продам тебе это только тогда. Я продам тебе это только тогда, когда ты докажешь свою достойность. Пошел ты нахрен, я тебе знаешь, что дам? Я тебе вот. Рука, что их кормит, кулак, что их бьет. Ты ведь не только торговец. Ты догадлив? Орки прочесывают всю страну в поисках реликвий древнего народа. Мы обеспечиваем оркам свободный доступ во все районы Варанта и помогаем им вести раскопки. Я слежу за тем, чтобы орки выполняли свою часть договора.
А какой договор у вас, ассасинов, с орками? Мы поддерживаем орков, а они нам за это платят. Все просто. Однако Вак уже на несколько дней задержал выплату. Не могу сказать, что я испытываю по этому поводу особый восторг. Сколько денег тебе должен Вак? Немыслимую сумму, чужак. Если Вак в ближайшее время не заплатит, мы закроем для орков ворота Варанта. До тех пор, пока орки не выплатят долги. Понятненько. Расскажи мне... Орки собирают все артефакты, но больше всего божественные артефакты. Что древний народ, некоторыми из них владелами, так, понятно, людей. Древние храмы. Что ты знаешь, что ты знаешь? Я торгов, тайны этих уникальных религий. Сокрытыми от простых смертных. В руках избранника богов они должны... Да только кто знает... Какие божественные артефакты уже попали в руки орков? В восточном храме в Трелисе якобы был такой артефакт. Был? Его там больше нет. Почему ты так уверен? Все просто. Я знаю, где он. Правда? Где находится... Боюсь, что цена этого ответа... Размер твоего кошелька. Ты можешь... Я могу тебе кое-что предложить. Позаботься о том, чтобы Вак выполнил свою часть договора. Я потом тебе помогу. По-моему, это... Ну, если ты говори... Ладно, подождите. Давайте-ка. Все будем делать постепенно, по порядочку. Стой, Морра. Мне нужны целебные зелья. У вас здесь нет алхимика? Нет. Вот в этом-то и вся проблема, хитрова. Хочешь найти нам такого? Ладно. Любопытно. Как это получится, не важно. У нас был алхимик. Мерзкий Морра. Мерзкий Морра. Авогад. Сбежал. Давай, я... Вот так бы. Нам нужно... Ты наверняка можешь научить. Драться, да, ну драться. Ты научишь... Нет. Так, и так мне все равно, и так туда бежать. Стоять! Стой! Чья? Здесь Мора. Военный совет. Так, мне туда рано еще. Стоять! Стой! Да я туда и не собираюсь. Пошел ты нахрен. Скажи мне, что тебе нужно, и уходи, я занят. Мне нужно оружие. Для такого бойца, как ты, у меня что-нибудь найдешь. Что кузнечному делу? Разрешается носить оружие на благо на... Прости, там мало. Кто обучал кузнечному делу тебя? Кто обучал кузнечному? Мы орки-воины. Многие из вас владеют этим искусством. Оно нередко... Понятно. Ты хороший кузнец? Хотелось бы надеяться. Многие воины успешно сражались. Но... Видел бы ты... Он напоминал мне о моем от... У тебя не осталось твоего старого меча? Нет! А все потому, что этот идиот и бездарь надзиратель Темпек не слушает. Я сказал, что на раскопке у восточного храма он может взять... Из моих... А я еще сказал, который лежит у меня на кровати. Темпек, идиот! Именно его и взял. Покажи мне свой товар. Так, ну ладно, мне все равно сейчас куда. Подождите, вот это весь Трелис нахрен! Стоять. Да пошел ты в жопу! Ничего нового. Неинтересно. Ладно. Да иди ты на... Блин, мне мимо даже не пройти, надо как-то вот так вот обходить. О, хорошая штука. Ладно. Вот сюда мне. Давай. Так, ему пиздов надавать, что ли?
Ты никакой не крестьянин, ты сбежавший алхимик. Ты работал на орков в Трели. Не выдавай, я отдам тебе все золото. Почему ты вообще... Теми, кто умеет драться. Ты можешь себе представить, как орк постоянно толк... Я просто... Ты только что Если ты оставишь это... Или ты... Ты подл... Хорошо. Но ты должен получше прис... Приведу. Уж чего-чего, это не беспокойся, я такую тварь, как ты, приведу. Заходи. Мора нет, честь, замолчи. И чего же ты ждешь? Нужно прорваться. Я снова здесь. Переживешь. Эх, вот оно. Для этого ты здесь. Так, покажи мне свои товары. На всякий случай. Кинжал ассасина. Надо преподать Мура урок. Это твоя честь. Я бы предпочел кусок. Посох мага. Такими темпами всегда. Блин. Сильным. Это главное. Ты всегда это говоришь. Точно знаешь, от чего все нужно. Так, ладно. Ну тут можно что-нибудь выучить, я так думаю. Ну-ка давайте посмотрю, что у меня там. Нет, ни хрена такого нету, ничего. Подожди, блин, я там был, так надо восточно, это какая ферма? Так, пойди шлем, освободи Геральда. Нет, не то. Сообщи предводителю Немуру о ситуации в храме. Ищи свою старую милок. Так. На западной ферме. Блин. Западная ферма. Это вот здесь вот. Ферма там. Так, берем. Они уже убиты. Западная ферма. Ага. Ты сам напросился. Кто-то где-то, кто-то с кем-то дерется. Смотри, куда наступаешь. Все следы заметешь. Торус хочет знать, почему с этой фермы не было известий. Еще бы. Да только ты сам видишь, что здесь больше никого нет. Что здесь произошло? Это я и сам хотел бы знать. Несколько дней назад эта ферма была еще невредима. Кажется, здесь жили четверо крестьян. Ферма полностью разорена. Кто мог это сделать? Если бы я... Там на западе есть пещера. Я видел нескольких. У них был очень свирепый вид. Ага. Ну смотри. Давайте смотреть, кто там мог быть.
Подожди. Так. На. 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 Опа, взяли все. Тут ничего нет такого, да? Или есть? Есть что-то. Давайте возьмем. Железный сундук. Сюда, 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 сюда. Сейчас будем докладывать. В пещере на западе была лишь стая саблезубов. Они выглядели весьма трусливо. Не думаю, что это... Проклятие. Так. Там где-то повстанцы сидят. Но мы сейчас не к ним пойдем. Пойдем. Я тебя отведу куда? Мне туда не надо тебя вести. Надо, блин, кроскопом надо. Башня. Блин, давайте к башне. Ага, не все так легко и просто, понятненько. Подожди. Там люди. И надо посмотреть, что этим людям надо. Эй, странник, ты что-нибудь слышал о повстанцах из Неморы? Что тебе нужно от повстанцев? Некоторые из них были здесь пару дней назад. Я бы с удовольствием пошел с ними. Мне надоело работать на этой... Лучше жить свободно. Что ты знаешь о Неморе? Немора — это повстанческий лагерь на зап. Эти парни наверху дист... Давай. Ты знаешь? Я был там. Наблюдал за ними целыми днями. Но так и не осмелил. Лучше я бы это сделал. Я не буду пытаться... Ты здесь. Наконец-то. Как ты думаешь? Посмотрим. Ладно. Так, мне не надо так. Ай его! Блин. Что тебе нужно? Если ты пришел за арендной платой, повстанцы уже все утащили. Повстанцы нападают на простых христиан. Эти подонки просто не хотят нормально работать, потому... Поэтому прячутся в лесах. Как собираешься... ты собираешься платить оркам дань, если у тебя ничего не осталось? У орков сейчас другие заботы. Думаю, орки в этом краю долго не задержатся. Скоро тут все займут ассасины. И тогда карты будут перетасованы. Ассасины хотят занять среднюю часть материка? Ах, откуда я знаю? Во всяком случае, в последнее время ассасинов здесь куда больше, чем орков.
На юге, недалеко отсюда, начинается пустыня Варант. Можешь сам посмотреть, сколько роскошных домов они там возвели. Никто не заставит меня поверить, что орки разрешили им это сделать только из любви к ближнему. Орки боятся их. Вот что я думаю. По-моему, тебе не очень мешает присутствие орков здесь. Мне все равно, на кого работать. На короля или на орков. Всегда кто-нибудь правит Срединным королевством. Понятно. Что там с твоей арендной платой? Я же сказал уже, что на меня напали повстанцы. Чушь, повстанцы нападают на орков или на их наемников, но не на крестьян. Вот именно. Два дня назад на мою ферму забрели зап. Главаря банды звали Хенли или что-то типа этого. Они... А я знаю где-то. Куда? Они... Я знаю. Покажи мне свой товар. Давай, я возьму на всякий случай. Так. Сейчас мы по-быстрому перебьем. Я даже знаю, где он находится. Так. Давай, орк там за мной бежит, старается пыхтеть. Правильно, беги. Одним меньше, да двумя меньше, а не одним. Считать не умеешь. На. Тихо. На. Взять все. Ты где там бродишь-то, я пока мракорисов гашу. Ладно, потом посмотрим днем. Что там у тебя? А они где-то должны быть здесь. Так, ладно. Давай. Сейчас они ухуйдокают. Понятно, короче.
Я-то сделаю. Получи. Вот только не твою, блин, ха-ха. Блин. Давай, где-то вот они, разбойники или кто-то там. Одним меньше. Так. Отправляйся кормить червей. Товары пустыни. Открываем, смотрим. Так, ладно. Вот так. Убегаем. Смотрим. Так, мне надо сейчас до раскопок дойти. Хоть правильно бегу. Правильно, вот они. Раскопки. Милок ищет свой старый меч. Не надоедай мне с этой. Может быть, я и взял, но я этого уже не помню. У меня нет времени на такую ерунду. Ты охренел, что ли? Краш милок, блин. О, а что я делаю-то? На. А где-то падла Торус? Рано или поздно, но не смиряться. Каждый заплатит за это. Заканчивай с этим. Все в руках Белера. Еще мало Мура. Тут я тебе тоже ничем не смогу помочь. Да где у нас? Я ничего не хочу об этом знать. Я нашел авангарда. Прекрасно. Ранг. Теперь отведи. Я нашел его на одной из ферм. Авангарда опять работает в вашей лаборатории. Славно. Понятно. Ты научишь. Понятно, ничего у тебя не научишь. Блин, близко. Сколько время? Спать надо. Но есть и другая проблема. Про
проклятие, Морра! Что это? Правда? Покажи. Время-то? На раскопках у восточного храма. Я так и знал. Спасибо, Морра. Ты помог мне, я помогу тебе. Не покажет, понятно. Ты еще, с тобой все в порядке. Понятненько. Кровать, мне нужна кровать. Есть и другая проблема. Даже кровати нет. Ну-ка, давай. Это твоя честь тебе решать. Эй, я знаю, о чем ты думаешь. Надо уж до конца грабить-то нахрен. Стой! Надо преподать Мурату урок. Лучше всего уладь это дело сам. Это твоя честь. Тебе да. Честь. Посмотрим, что произойдет. Не перепрыгну. Так. Здесь я вроде всех побил. Охренеть, блин. Вот заданец это. Ладно. Что же это? Я обчистил. Оркам это вряд ли понравится. Если хочешь... Пару фокусов. Ты чего хочешь? Давай. Сюда! А теперь опа. Ты чего хочешь? Ты... Иди-ка ты нахуй, ладно. Сейчас, если алхимик меня ничему не научает, можно вот этих повстанцев вырезать. Не хватало нахрен еще, чтоб я тут хрена сейчас об них хрена. Зачем ты меня будешь? Покажи мне свой товар. Ты чего хочешь? Давай, вот, спать.
Ладно. Так, мне надо. Что у нас тут? Жажда крови. А потом демона еще вызову. И будет нормально. Пока нет. Сперва докажи, что ты этого стоишь. Иди сюда, паренек. Так. Поосторожнее. Люди, здесь драка. Да. Эй, смотри, что делаешь. Они ничему не учатся. Так. Взять все. Там ничего нет. Там ничего нет. Взять все. Совсем даже неплохо. Давай. Вот так. Проклятие, больно-то как. Да нет же. Так, берем все. Потом это все продадим. Так, так, так. Давай, давай. Нет. Собрали по нему, с него по максимуму. Давай. Ты у меня кровью умоешься. На. Да.
Да. Еще немного. Еще? Давай, бери все. Ага, значит, по мне огонь еще видит. Вот тебе и паладин. Давай. Вот так. Так, теперь мне что, маятник надо? Вот так. Опусти оружие. Нету. О, зато вот здесь. Радок уничтожен. Ты сделал то, что я... Вот тво... Так, что у меня? Орки 40. А, значит, меня здесь пока уже больше никто ничему не научит. Расскажи. Угу, ладно. Лучше бы это сам. Где он? Хуже уже не будет. Усадьба на западе разорена, там нет ни одной живой души. Я так и знал. Можно только надеяться, что происшествие останется, иначе нам придется обходиться караванами. Вот твое жалование. Блин, а я еще... Так, ладно. Стой! Ну ладно. Только веди себя хорошо. Проблемы.
Так. Ладушки. Почему ты мешаешь моему военному совету? Честь тебе решать. Военный совет? Война уже кончилась. Маленький умник. Вы люди покорены. Вы уже не представляете серьезные угрозы. И несмотря на это, я все равно должен следить за равновесием сил. Мы копаем как сумасшедшие, пока раскопки не приносят нам ту прибыль, на которую мы рассчитываем. Одному Белиару известно, является ли привезенный из восточного храма амулет священным артефактом. Я хочу твой священный артефакт. Для тебя он не представляет никакой ценности. Вздор. У меня еще недостаточно золота. А, тебе золото надо? Ассасина Хабира. Как ты думаешь, что здесь произойдет, если он не получит свои проклятые деньги? Я принесу тебе золото для ассасинов. Ты хочешь принести мне все? Серьезно? Но это же целых 50 тысяч золотых монет. Немало. Я и сам об этом знаю, дурак. Ну да ладно. Если тебе и правда нужно это сделать. Я погляжу, что можно сделать. Блин. Где мне взять? Будет лучше, если ты пойдешь к крестьянам в округе и взыщешь с них арендную плату. Отправляйся в близлежащий храм и забери все, что... Остальную часть золота мне без разницы. Так. Я уж не буду ходить. Вот. Кто бы мог подумать, что... Не буду ходить. Хорошо. Но никому не расскажу, о чем ты думаешь. И кто же может бросить вызов вам, оркам? Я говорю не о вызове. Я сказал, ассасины... Наши союзы, это раскопки в их пустыне. К тому же, они беспрепятственно... За это мы... Понятно, вы должны платить куйму золота. Ты готовишь... Если это... Не надо. Я хочу предотвратиться. Я понимаю, что готовится, но не хочет войны. С ассасинами. В войне против Морра ассасины охотно помогали нам. Они позаботились о той части мира, в которой мы, орки, бываем довольно редко. К тому же, мы молимся одному и тому же богу. Делать с ними одно дело было стратегическим решением. Что с повстанцами? Да, точно. Они же еще есть. Повстанцы разоряют крестьянские усадьбы. Блокируют. Где-то на востоке есть вроде более крупный повстанец. Немора. Я бы с удовольствием разнес эту немору. Я щедро бы вознаградил. Так, ладно. Лучше пойдем. Не могу. Блин. Сюда. Пойдем. Пойдем, пойдем. Нас сейчас отведут. Так, готов? А, орк. Я слышал, что повстанцы разграбили ферму Формона. Ну и что? Мне они ничего не... Понимаю. Пора в Немор. Все понятно. Надеюсь, ты понимаешь, что в бою... Тогда ты должен... Понятно. Давай. Что у нас здесь?
Где этот хрень? И чё ты не бежишь, осёл? Он там, он не морон. Да сколько же их здесь? А-а-а! Лучше ты, чем я. А-а-а! На. Еще одна тварь. Вот должно так быть, это делается. Уже убиты. Пойдем. Там еще пещера, там еще кто-то сидит. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот где-то одинокий воин должен быть. Тварь! Ненавижу этих тварей! Что они тебе помешали-то? Обычные волки. Вот мы и пришли. Надеюсь, что повстанцы примут меня к себе. Спасибо, странник. Вот. Это тебе на обратную дорогу. Да защитит тебя... Так. А камень-то где? Ищем камень. Отправляйся кормить червей. На. На. Одним меньше. Иди бей его. Камень, камень. Тихо. На. Ладно, вы пока там делитесь. Так, я, может, взял его? Нет, не взял.
Так. Может, где-то здесь? И тут нигде нету, ладно. Как будто мне и без этого проблем не хватает. Да, у нас серьезная проблема. И все-таки так дальше продолжаться не может. Я даже не хочу этого слышать. Ты стоишь у меня на пути. Ты, наверное, трудный парень. Я бы на твоем месте. Ты же предводитель Неморы. Предводитель? Я? У этих баранов? Ну нет, спасибо. Что ты тут делаешь? Жду, когда наконец что-нибудь произойдет. Мне противно пред... А что, если мы нанесем удар по Трелису? А, человек дело. Если босс будет не... Я пойду было с тобой. Бы здорово, если бы... И как мне это сделать? Поговори с нашим предводителем. Некоторые вещи не изменятся никогда. Что такого может случиться? Некоторые вещи не изменятся никогда. Ты это серьезно? Будь осторожнее с тем, что говоришь. Некоторые вещи. Так, подожди. Да что такого может случиться? Да я уверен, где-то здесь камень должен быть. Так, ладно. Ты сам напрасил. Ты сам. Да. Смотри, куда бежишь! Что же там такого опасного? На севере Неморы! Страшнее всего, не приближайся к ним! Я хоть и бывалый охотник, но в одиночку с этими тварями связываться бы не стал. Я убью фыркающих чудовищ. Вот, возьми эти цель. Ты здесь главный. Это я тебе... Для этого! Понятно. Вот так. Помочь им, что ли? Огромная тварь!
Еще и не мой подбил-то. На. 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 Получи. Давай. Идем сообщать. С фыркающими чудовищами. Покончим. Теперь мы наконец-то... Думаю, теперь ты имеешь... Уж во всяком случае. Если он будет так продолжать, никогда... Понятненько. Ничего не выйдет. А ты что хотел услышать? Всегда... Иди сюда. А лучше бы ты уладил это сам. Как будто мне и без этого проблем не хватает. Конечно, я почему даже нет? Не хочу этого слышать. Все-таки мне это очень-очень не нравится. Послушал бы ты моего совета. У меня плохие новости. Кто-то нападает на наши лагеря. И это не орки. Если мы отыщем виновного... Добро пожаловать в Немору. Такой сильный мужчина, как ты, может нам здорово пригодиться. Вам нужны еще люди? Нам непременно нужен сильный мужчина, который бы охранял... Если мы не будем внимательны. Понятно. Если ты встретишь кого-нибудь... Видишь, а я уже навел. Ты здесь, предводитель. Мы не выдаем личность нашего предводителя. Если орки узнают, кого он... Он будет мертв. Ты можешь найти у нас применение в том месте, где начинается переход в пустыню. Не... Говорят, что все торговцы пустыни были... Если мы поторопимся, то еще... Я принесу товары из пустыни. Договорились. Они... Вот. Я знал, что они никуда не денутся. Отличная работа. Нет, мы не знаем. Разберись с этим сам. Я даже не хочу этого слышать. А? Ты это серьезно? Верно. Все-таки так дальше ты. Я убью тебя. Давай, вы пока займитесь делом. Ты у меня кровью моешься. Сейчас вот он захрена сейчас. Вау, еще один глюк летающий. Да ё-моё. Так, блин. Они не должны быть далеко, это точно знаю. Смотрим. Ладно. Теперь моя очередь. Допустим, с этой стороны нет. Ну-ка, давай с другой смотрим. Вот сундук. Потому что ну должен быть камень. Вот он. Сейчас ты получишь. Я тебе покажу. Скажи, там сильно бьют? Толпой принес забаву, да? И ягоды в ягодицах. Так, подождите, вы сейчас все разойдетесь. У тебя наверняка есть не сделанные Привет. Дела. Я занимаюсь сна. Тебе еще что-то нужно? Нам повстан... Всегда во время последней битвы...
Есть, разумеется, оружие. Связок 10 были бы на... Я достану вам оружие. Хорошо, нам... Вот твои 10 связок. Здорово. Так, ты не знаешь, где можно найти артефакты? Ты не... Посмотри вокруг храма в Трелисе. Говорят, шаман Камак носит с собой какой-то амулет, который он наверняка... Расскажи мне. Раньше это была житница страны, и крестьяне знали. Я слышал про одного крестьянина. Как продвигаются дела со снабжением? Нам нужны ценные вещи. Понятно, ты занимаешь... Понятно, ну, да. Мне... Давай-ка вот это возьму. Забудь об этом. Ты получишь это только тогда, когда заслужишь. Ты тебе бы это... Открой мне тайну. Это не я. Попытай счастье. Что-нибудь в другом месте. Понятненько. Верно. И все-таки так дальше продолжаться не очень не нравится. Ага. Не думаю, что я хочу слышать об этом. Когда-нибудь и это тоже закончится. Да ё-моё. Некоторые вещи никогда не изменятся. Я-то дядь. Не знаю, прав ли ты. Как дела? Я жду, когда кто-нибудь... В принципе, я делаю то, что делает Финли. Верно. И всё-таки так пока... дальше продолжаться не может. Ты предводитель. Забудь, я к остальным. Понятно. Да, у нас немалая проблема. Рано или поздно это закончится. Оставь меня! Некоторые вещи не изменятся. Никаких глупостей, ясно? Приветствую тебя, чужой. Входи и найди себе место в нашем сообществе. Что ты тут делаешь? Я боец. Я отвечаю за безопасность Немуры. Почему у тебя такой озабоченный вид? Мы только что видели орочий отряд у разрушенной фермы к востоку отсюда. Они приблизились к нам на опасное расстояние. Кто-то должен уничтожить их главаря, прежде чем они обнаружат наше убежище. Орков на разрушенной ферме я возьму на себя. Хорошо, но гляди... Это место единственное. Нет. Понятно, мне не надо. Всегда так было. Ты? Я мог, правда, после... Нет, так все плохо. Так, ладно. В конце концов, они тебя к этому вынудят. Добро пожаловать. Кто здесь самый главный? Чтобы узнать, кто... Завоевать доверие. Что ты сейчас делаешь? Я ищу дверь, но у меня... Мне следовало этого ожидать. Какие ингредиенты тебе нужны? Речь идет о редком растении. Вставай, но... Где фыркающие? Ты маг огня. Маг, как и все остальные. Мой друг, так... Как много ты знаешь? И одну вещь особенно. К сожалению, его нужно достать. Я доставлю твой кубок огня в Нордмар. Ты сделаешь, но сначала я должен Нордмар черт... Все ясно. Так, ладно. Здесь у нас что? Смотри, куда наступать. Если ты здесь что-нибудь испортишь. Фермер Фармон утверждает, что ты напал на его ферму. Что? Я ничего не знаю. Ничего себе, повстанец. Вместо того...
И вот это золото я отобрал у Фармона. Если хозяин об этом узнает, он выкинет меня на сожрание орк. И что ты сделаешь? Блин. Кто предводитель Неморы? А тебе этого тогда и я то. Ты продаешь и эти вещи. Я просто... Ну, если предложишь хороший... Главное, никто ничего не узнал. Конечно, не без... Расскажи мне что-нибудь. Покажи мне... Так, а что еще спустился-то? Не помню. Да. Ой. А, орка я хотел привести. Ой. В конце концов, они тебя к этому вынудят. Ты серьезно? Верно. В конце концов, они тебя к этому вынудят. На. И все-таки мне это очень и очень давай, не нравится. Давай. Вниз, вниз, вниз. Давай. Взять все. Сюда. Так. Давайте будем колдовать. За мной. Пойдем. Я тебя в самую гущу сейчас заведу. Ой, долго. Долго, 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 долго. Догоняй. Поднимаемся. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Ай-яй-яй-яй-яй. Да твою мать. Как же муторно тебя вести?
Куда она? Ой-ой-ой. Не выжить ей будет там сейчас. Будь осторожней с тем, что говоришь. И будет еще хуже. Очень, очень не нравится. Действительно думаешь? Ты... Я сломаю твой череп. Вот теперь начинается. Тебя не кончу. Стоять. Смотрим. Теперь твоя очередь. Давайте. Валить его. Давайте, остался чуть-чуть. Давай. Я тебя не кончу. А я не так. Взять все. Пойдем опять вниз. Блин, кого я брал в миссию? Так, ну-ка, сейчас откроем, посмотрим сначала, что там. Руки прочь! Да нет же, это не сработает. Так. Понятненько. Ничего хорошего. А ладно. Ой. Да что такого может случиться? Главарь орков на разрушенной ферме убит. Отлично! Эти ребята почти обнаружили нас! Вот твоя доля на... Ты... Нет, не я, извини. Ищи дальше. Ищи дальше. Знаю, я знаю. Послушал бы ты моего совета. Да, у нас тут большая проблема. Все возможно. И будет еще хуже. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.